Всех приветствую на своем канале, друзья. Если вы любите ТДУ-2, то вы зашли по адресу. Усаживайтесь поудобнее, и мы начнем. Сегодня у нас обновленная графика на Test Drive Unlimited 2. Давно хотел записать это видео, но все никак руки не доходили. Я установил на игру обновленные текстуры и приправил все это дело цветовой коррекцией. Оригинальная игра выглядит весьма неплохо, но обновленные текстуры ей не повредят. Разве что FPS просядет, сгорит видеокарта и умрет винда. А так, в принципе, играть возможно. Ладно, отбросим шутки в сторону и поговорим более серьезно. Я очень люблю серию ТДУ и время от времени поигрываю в обе части. Я захожу в игру, чтобы расслабиться и полюбоваться красотами под мелодичную музыку, наматывая километры на своем любимом автомобиле. Может, кому-то это покажется скучным занятием, но мне наоборот доставляет. Нет смысла проходить задания, все давно уже пройдено сотни раз и играю чисто по фану. Я уверен, что многие играют так же, как и я, устанавливают различные моды и новые тачки и колесят по островам, подбирая попутчиков. И главную роль в игре играет изумительная атмосфера, которая зовет тебя все время обратно. Ни одна гоночная игра с открытым миром меня так не цепляла. ТДУ является исключением. В других подобных играх все выглядит по-иному. Нет такого большого простора, нет таких красот, нет душевного спокойствия. Другими словами, толком не расслабишься. Здесь же наоборот, игра тебя цепляет своим умиротворением и вызывает чувство одинокого гонщика. Нет никакой суеты, нет сумасшедших трафика, не надо никуда торопиться. Игра полностью направляет тебя на исследование территорий наедине со своими мыслями. Ну так вот, и когда в очередной раз ты запускаешь ТДУ, в голове проносится мысль, что игру нужно немножечко приукрасить. И чтобы придать игре больше реалистичности, ты начинаешь искать графические моды. На текущий момент это самые качественные моды, которые реально улучшают игру и делают ее только краше. Полный список изменений вы найдете в архивах с модами, ссылочки на них находятся в описании. Вкратце скажу, что изменений достаточное количество. Текстуры переделаны в более высокое разрешение, трава, кусты и деревья приобрели реалистичный вид. Также обновились текстуры рек, дорог, кирпичных стен и добавлены новые звуки окружения. Остальное сами прочитаете в мануале. Желательно иметь хороший компьютер, не каждое железо сможет потянуть текстуры высокого разрешения. Установка несложная, скопируйте все файлы из архива в папку с игрой и в принципе. В принципе, все. Ну, если что, там есть инструкция. Напишите в комментариях, с какими модами вы играете в Test Drive Unlimited и как вы относитесь к игре в целом. С вами был Малахит, удачи вам и хорошего настроения. Не болейте, пока!